В областном центре идет массовая уборка снега. Таким образом, в областном центре стараются предотвратить паводок. До наступления весны остаются считанные дни, поэтому к данной акции необходимо присоединиться всем. Наши корреспонденты тоже участвуют в субботнике. Как идет уборка? Спасибо, коллеги. Да, действительно, в Кустанае проходит противопаводковый субботник. К уборке снега приступили подрядные организации, коммунальные службы, объекты образования, здравоохранения, ПКСК, волонтеры, ну и, конечно, жители областного центра. В этом году в регионе осадков выпало в несколько раз выше нормы. Есть угроза подтопления. При этом синоптики обещают теплую весну, а значит, риски прихода большой воды возрастают. Всего в уборке снега задействовано более 350 единиц различной спецтехники. Основные силы направлены на частный сектор. В зоне риска находятся около 5 участков. И хорошо, что облагораживает все, вывозит снег. Это же очень прекрасно, что ходить можно свободно, что ездить можно хорошо. Прекрасно просто, конечно, что все вовремя делают. То есть и заранее побеспокоиться о том, чтобы снег вывести, будет меньше в погребах будет воды. Тоже у нас погреба топит. В данный момент работает 21 единица самосвалов, 7 погрузчиков вывозится, вот, как видите, от Белинского и до крайней, там, какая, 7-й проезд Солнечный. Все проезды Солнечные. В данный момент каждая из машин уже сделала по 12-13 рейсов. Вывезено около, ну, где-то в среднем за вот этот день вывезено около 5500 кубов. Снег вывозят не только с улиц, но и со дворов. Особенно там, где проживают пенсионеры. Руку помощи им протягивают волонтеры. Важно отметить, что субботник лично инспектирует Аким Кустанай Марат Джундубаев. Он призывает население проявить активность, чтобы с приходом тепла не стать заложниками стихии. Основной субботник продлится до конца недели, но свою работу подрядные организации продолжат и дальше. Студия.